Саратов готов к новогодним праздникам. Городские власти уделяют этому особое внимание. Специалисты завершили украшение Саратова красочными гирляндами и различными инсталляциями. Помимо этого, дорожные рабочие провели ямочный ремонт самых оживленных магистралей города. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Работали в круглосуточном режиме, говорят специалисты подрядной ремонтной организации. За несколько дней удалось отреставрировать большую часть городских улиц. Многое смогли сделать и за счет хороших погодных условий, говорят специалисты. Но из-за снегопада работы были приостановлены. Сейчас переходим в заводской район еще параллельно работать, то есть еще будут бригады работать. На Орджоникидзе, на улице Орджоникидзе, вот. На пролетарке, скажем так. У нас вот по контракту 1600 метров с копейками. То есть мы должны закончить где-то через 2-3 дня. Вот этот именно объем работ. Наряду с дорожниками преображают город и сотрудники Саргорсвета. Центральную площадь города уже украшает новогодняя елка и гирлянда на деревьях. На остальных улицах на столбах уже развешаны светодиодные инсталляции. Всего на красочное преображение Саратова к Новому году потратили более 74 километров гирлянд и более 2000 световых конструкций. Жители говорят, уже чувствуется атмосфера Нового года. Город украшен очень красиво, мне нравится. Ну, так идешь и прям радуется, все так красиво. Довольно-таки хорошо, мне очень понравилось. Мы сейчас специально вышли посмотреть, как украшен город. Впервые за несколько лет праздничная иллюминация появилась на Соколовой и Большой Горной. Несколько дней специалисты трудились над украшением одной из оживленных площадей города – Славянской. Установили светодиодные композиции в виде деревьев сакуры, развесили гирлянды в цветах российского флага, отремонтировали подсветку стелы Саратов. Такое новогоднее преображение города, уверены специалисты администрации, претендует на звание лучшего в области. Своеобразный конкурс среди муниципальных районов нашего региона будет проводиться в ближайшее время. Саратов уже подтвердил свое участие в нем. Эллада Абжалимова, Екатерина Барковская, РЕН-ТВ, Саратов.